А вот так вот «Авангард» сравнивает счет. Семенов делает передачу и подставляет свою клюшку Вячеслав Воинов под этот пас. А вот здесь момент и вполне себе... О-о-о, гол! Гол, уверенно показывает арбитр. Хотел сказать, что вполне себе в манере другого знаменитого 27-го номера Алексея Ковалева как раз сыграл Вячеслав Воинов. Передача на Семенова, и Воинов замах. Отличный бросок Воинова, одно из его достоинств, одного из лучших защитников мира. Входит в зону бег, пауза, передача, бросок, гол! В большинстве забрасывает Воинов, он и так был лидером среди защитников по голам в большинстве. Это его четвертая шайба в сезоне, становится он абсолютно лидером по этому показателю. Бэк ждет подключившегося защитника. Да. На самом деле, потрясающий сезон. Возвращение в хоккей для Вячеслава Воинова, который продолжает штамповать набранные очки, заброшенные шайбы. Воинов! Заползла или нет? Но судья показывает, что гол! Воинов, гол! 1-0, Вячеслав Воинов. Не стал разыгрывать, а именно просто взял его и бросил туда, куда и хотел. Очень точно попал. Вячеслав Воинов на тоненького, как говорится, по бильярдному отправил шайбу. Самую-самую паутинку.